Друзья, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить свежий выпуск, а мы начинаем. На 74-м году ушел из жизни советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист России Виталий Стрёмовский. Об этом в Facebook сообщил его сын. К сожалению, должен сообщить, что сегодня ночью папа умер. Он болел ковидом, и организм не справился, написал сын артиста. Он добавил, что о дате и месте прощания сообщит позже. Виталий Стрёмовский родился 13 июня 1947 года в Москве. Окончил школу-студию МХАТ в 1970. Через два года после выпуска пришел в театр российской армии. В 1986 году получил образование режиссера в Щукинском театральном училище и поставил ряд спектаклей, среди которых «Старый холостяк» и «Распутники», «Схватка» и «Мари О» и «Фокусник». В 1993 получил звание заслуженного артиста России. Не забудьте поставить лайк нашему видео и до скорых встреч, друзья!